Одну из праздничных школьных линеек в Славянске сегодня неожиданно посетил Петр Порошенко. Украинский президент вручил аттестаты и медали выпускникам-отличникам. Выбором места поездки глава государства, очевидно, хотел продемонстрировать то, что Украина как бы едина. Однако идиллическую картину тут же испортила речь, с которой Порошенко обратился к собравшимся школьникам. Дорогие дети, особенно младших классов, особенно те, кто в козацких шароварах и вишиванках. Дорогие девчата, особенно те, кто в веночках украинских.